последний на перепляс. Если ты сейчас не видишь, то я последний раз. Фольклор как культурный код истории русского народа. Под стенами Савино-Стражевского монастыря предстала картина Древней Руси. Старинные былинные пляски, древние промыслы и забавы. В Звенигороде состоялся первый фольклорный духовно-просветительский фестиваль. Ценность этого фестиваля заключается в чем? Ценность этого фестиваля в том, что мы можно окунуться в прошлое. Именно так проходили ярмарки и в 14 веке, и в 15 веке, которые были традиционно здесь на территории. Были гуляния, были какие-то забавы, развлечения, продажи продуктов была, народных промыслов была, вот эти балаганы с театрами. Инициатором проведения фестиваля выступили администрация Одинцовского округа и Фонд развития социальных и просветительских инициатив «Настоящее». Сегодняшний фестиваль приурочен ко дню города. 870 лет – большая дата для Звенигорода, поэтому серию таких мероприятий мы задумали еще давно. И вот сегодня как раз этим мероприятием мы стартуем, начинаем наш большой праздник. В рамках мероприятия насыщенная культурная программа, выставка звенигородских художников, народные танцы и игры для детей и взрослых, мастер-классы по древним промыслам, богатырские состязания на мечах, театрализованные постановки и концерты. Сегодня у нас второй день фестиваля. Вчера состоялась такая у нас была кульминация, мы показывали спектакль «Звенигородские хроники». И сегодня у нас театр превращается в концертный зал, и на сцене, где вчера мы вот показывали наше представление, выступят фольклорные коллективы. Концерт называется «Девять веков русского фольклора». Помимо богатого музыкального наследия, один из древнейших городов Подмосковья всегда славился своими ремесленными умельцами. Плетение корзин, пошив одежды, резьба по дереву и другие промыслы были в почете у древних звенигородцев. Жители современного города не утратили тягу к творчеству. Город Звенигород настолько богат разными техниками, техниками творческого направления, что остановиться на картинах или на ремесленных вещах очень сложно. Поэтому я выбрала роспись по одежде. И, конечно же, находясь и живя в городе Звенигород, я не могла не написать, что я люблю город Звенигород. Фестиваль проходит впервые, но количество посетителей праздника и их активное участие в мастер-классах и играх показывает, насколько близка фольклорная тематика жителям и гостям древнего города. Надеемся, что на будущее эти мероприятия у нас будут ежегодными. Этот фестиваль будет традиционным не только на территории нашего Одинцовского городского округа, но и на территории всего Подмосковья. Полина Толмачева, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцово».